полицию с заявлением о краже рекламного баннера стоимостью в 25 тысяч рублей обратилась владелица салона красоты. По камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось установить приметы подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый махачкалинец. Украденное было обнаружено на металлобазе, куда мужчина привез его и сдал за 2500 рублей. Полицейские задержали его и доставили в отдел. Мужчина сознался в содеянном, и, по его словам, ему срочно требовались деньги на решение семейных проблем. По данному факту возбуждено уголовное дело.